ножки. Жопу раньше. А штаны попали. Итак, сражение продолжается. Автомобиль уходит на исходную с белыми войсками. Красная кавалерия стоит на исходной. Красные артиллеристы притаились и заряжают орудия. Все, в общем, остаются на прежних позициях. Все то долгое сражение, которое мы наблюдали, по большому счету, ни к чему пока не привело. Потери идут с обоих сторон. И упорство сражающихся показывает, что и с той, и с другой стороны русские люди. Они боятся пролетариата, эти белопузые сволочи. Они не смогут. Товарищи Майсика, найдем последний ход ротации. Ура, товарищи! И пытаются поднять свой боевой дух, чтобы атаковать белых. Белый дом! Чё стоим-то? Чё ждёте-то? Вот мы все здесь перед вами. Он уже живой. Цыц там! Вы видите, что на переднем крае пытаются из-под огня вывести раненых, оказать им первую помощь. Обходят, хлопцы! Обходят! С правого фланга! Справа! На фланг! Цепью стали! Я подносят раненого бойца. На месте! Далеко не уходи! Белой армии есть сестры милосердия. Валя назад! В должностях сестер милосердия и активных боевых единиц. Очередной разрыв шрапнели, отделение работает. По переднему краю белых продолжается. Назад! Белые с первого фланга пытаются обойти красных. Выдвигаются на нас и группируются. Боевики продолжают перебраться. Итак, очередная атака белых. По команде, огонь! Саул Черенцой командует бронеавтомобилю вперед. Огонь! Цепью! За ним группируются белые части. Белая кавалерия на исходной. Красная на исходной со своей стороны фронт. Поддержки как можно ближе к линии соприкосновения с красными. Красные увидят левого фланга, контратакуют белую группу и с ней в рукопашной схватке. Штыками бьют прикладами, рубят шашками. И в общем этот ближний бой, драка, это самое страшное, что может быть в гражданской войне. Но вот этот матрос, которого они добили, он, конечно, всех рассказал. Обратите внимание, как он гонит белых лейб-казаков, которые, в общем, тоже недюжинного роста и размера. К сожалению, дымовая шашка закрыла нам обзор окончания сражения. Кавалерия продолжает шибку в рукопашную. Один казак ранен. Упражнение скашивания. Ай, браво. По броневику снежками кто попадет? Задымился подбитый бронеавтомобиль. Отходим! И в общем, немножечко. Ну вот такой дым, такая дымовая завеса. Такой цвет, характерен для поля сражения того временного периода. Я так понял, вы порешали, казаки. Я понял. Молодцы. Ну, наконец-то, вы говорите, хоть вы.
Привет, Жалмерков! Все нормально, все живы там. Нормально. Не порезали? Отбили шикарно. Все-таки вся кавалерия переходит на сторону белых. А что он один остался? Итак, белые атакуют. Цепь кадетов растягивается. Ну чего вы стоите? Вперед! Сигнал кадетов. Вот мы все здесь. Боже! Белой армии. Они выдвигаются вперед под руководством весового черепца. Слышишь? Моряки тоже пусть. Бушлаты снимут, перестанут. Да? Да, пятку тяни, пятку тяни. Задача белых – сбить с позиции красных бойцов, которые закрепились в красных. Это самая тяжелая задача, потому что красные находятся на превосходящей высоте. Они легко обстреливают из своих орудий белые цепи и не дают им близко приблизиться. Очередная граната летит. Красный. По-моему, это снежок. Вот ответная граната. Вторая. Выстрел. Ну что, товарищи красные, снежками вы не победите. Ну что? Товарищ, давай к нам скорее! А чем кормить будете? Давай! Один красный вырвался к своим. Вернулся на свои позиции. За правым флангом смотрите! Оу, боец! Разберите правый фланг! Решающая атака белых. Вперед, марковцы! Ура! Приготовиться! Так что, мы что? Мы их пьем, и Леонид нас будет. Что, что, Владимир? Приподняйте пулемета. Белая армия идет в атаку. Задача сбить противника. И вести преследование. Вон, атака пошла, смотрите! Активней! Участники реконструкции ПВМ, я поздравляю вас всех с этим.
еще раз соприкоснулись с историей, которая была здесь, на Каменской, нашей родной земле. Она, вся эта история, наверное, для того, чтобы не повторяться страшные и горькие ошибки, которые допустили казаки, когда спустили гражданскость братоубийственной войны. В эти дни проходит также праздное Сталинградское битва. Я вас всех поздравляю. У нас в районе несколько участников поздравляли этих несколько дней. Но сейчас фотографии добавить. Всем спасибо. Молодцы. Они тут отбивались красно.